Своими любовными победами легендарный актер и главный мушкетер, кумир нескольких поколений и по праву считающийся самым красивым мужчиной времен СССР, Михаил Боярский хвастается до сих пор. Его романов не счесть, он с легкостью влюблялся и влюблял в себя, а потом также с легкостью забывал. Вообще же Михаил Боярский однажды в своем интервью высказался по поводу женщин, что женщина не способна совершить больших прорывных достижений, например, в науке, живописи или вокале. Что главное предназначение женщины – это рожать детей. И женщина не состоялась как таковая, если не смогла родить. На самом же деле странно слышать это из уст Михаила Боярского, который был кумиром многих женщин. Было время, когда актер страдал алкогольной зависимостью и не видел в этом ничего плохого, пока здоровье не сказало ему «хватит». Он не прошел испытания славой. Масса поклонниц, которые атаковали его везде, а его жене Ларисе Лупиан пришлось достойно выдержать все жизненные испытания. Она родила ему 2 детей, и их брак медленно и уверенно приближается к юбилейной отметке в 50 лет. И несмотря на любовные похождения, громкие вечеринки, Михаил Боярский, по утверждению жены, всегда был ответственным семьянином с золотыми руками. Михаил Боярский родился в городе на Неве в 1949 году. Он коренной ленинградец, его семья очень творческая, поэтому неудивительно, что и сам он выбрал этот же путь. Отец Сергей Боярский – актер, мама Екатерина Мелентьева – режиссер телевидения и тоже актриса. У Михаила был старший брат, родной по отцу от первого брака. Но жил у них в семье, когда приехал поступать в театральный в Ленинград из Латвии. Позже погиб в возрасте 42 лет на гастролях на Золотых песках, купаясь в море. У Михаила остались самые позитивные воспоминания о своем детстве. Он говорил, что чувствовал себя неким центром вселенной, вокруг которого все вращалось. Мама, папа и старший брат просто обожали его и придумывали ему различные игры, много гуляли с ним, много читали, водили на различные выставки и посещали театр. У Михаила Боярского польские корни и настоящая фамилия его прадеда – Сигенюк. Но тот сменил отцовскую фамилию на материнскую из-за благозвучия. В 7-летнем возрасте родители решили привлечь Мише любовь к музыке, потому что видели творческий потенциал сына и не хотели, чтобы тот выбрал актерскую стезю, на которой встречаются не только слава и радости, но и разочарование. Но Мишу неумолимо тянуло к сцене, поэтому после окончания школы в 1967 году он твердо решает, что будет поступать в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. На что родители заявили, чтобы тот не рассчитывал на их протекцию. Но талантливый и харизматичный Михаил Боярский с легкостью и с первой попытки поступает на курс Леонида Макарьева. А по окончании института поступает в Ленсовет, и вот там уже протекцию начинающему актеру составила Алиса Фрейндлих. Их дружба продлится десятилетия, хотя ходили слухи о том, что у них роман. На самом же деле Боярский скажет, что помнит Алису Бруновну еще с момента ее работы с его отцом. Он был влюблен в нее с детства и даже ревновал. В театре Боярский стартовал с массовки в постановке «Преступление и наказание». И оставался в этой массовке примерно с год, но учитывая его пылкий нрав, музыкальность и пластичность к нему быстро присмотрелись и стали доверять уже более значимые роли. И первая популярность пришла после постановки «Трубадур и его друзья», где роль Трубадура исполнил Михаил Боярский. А что касается кинематографа, то первой работой в кино Михаил Боярский отметился еще в студенческие годы, сыграв роль в молдавском фильме под названием «Мосты» в дуэте с Михаэлем Волонтиром в 1973 году. Было еще несколько интересных работ на протяжении 5 лет, после чего пришла уже более громкая популярность с киноработой «Собака на сене», где был подобран потрясающий актерский состав. И нельзя не сказать о самой значимой работе Боярского в кино. Это «Д'Артаньян и три мушкетера». Фильм, который утвердил статус секс-символа, а также помог обрести невероятную популярность, ведь теперь Боярского можно было узнать с закрытыми глазами, по интересному тембру голоса с характерной только для него хрипотцой.
Еще в студенческие годы Михаил Боярский был, что называется, душой компании. И это неудивительно. Он остроумный, у него прекрасное чувство юмора, он отлично играл на гитаре и пел, был всегда щедрым и веселым, поэтому девушки сходили от него с ума. Но женился он однажды и навсегда на Ларисе Лупиан, хотя первой его любовью была вовсе не она, а другая, не менее красивая начинающая актриса Надежда Дворская. Пара очень любила друг друга, и дело, вероятно, могло закончиться свадьбой. Но вмешалась мама Михаила, которая посчитала, что девушка из провинции недостойна ее сына. После чего роман резко угас, а юная Надя уехала на родину, так как не имела ленинградской прописки, и ее не взяли ни в один из театров. Ее карьера не сложилась. Они потом встретятся через много-много лет на встрече одногруппников. Здесь надо заметить, что Боярский поступил не как джентльмен. После расставания с Надеждой Михаил долго горевать не стал, а завел роман с Ларисой Лупиан. Они были вместе задействованы на сцене Ленсовета в постановке «Трубадур и его друзья». И сначала Лариса знала о романе Боярского и Дворской, весь театр был в курсе. Причем изначально Миша-то и не нравился Ларисе внешне, поэтому она даже не предпринимала попыток как-то обратить на себя внимание. Но когда Боярский расстался со своей Надей, то тогда Лариса вдруг рассмотрела Михаила и нашла его довольно привлекательным и с внешней стороны, и отметила его пылкий темперамент, внутреннюю харизму. Сначала роман их не заладился. Они вроде бы начали встречаться, но Михаил пропал на месяц, избегая Ларисы. Она очень переживала, и потом однажды на вечеринке они встретились у друзей, закружились в танцы и больше никогда не расставались. А чуть позже съехались и стали жить вместе в 13-метровой комнате, выделенной Ларисе театром. Правда, и в этот раз мама Михаила была против Ларисы, убеждая сына, что иногородняя невестка ей не нужна. Но на сторону Ларисы стал неожиданно отец. Сказал, что девушка интересная, умная, и тогда Михаил соглашается с отцом. А вот инициатором женитьбы стала, как ни странно, Лариса. Потому как вместе они прожили уже довольно долго, целых 4 года, а Михаил все не спешил с официальным предложением. Лариса же, напротив, мечтала стать его женой и представляла, как родит ему детей. Но также еще одним из важных факторов инициативы стало то, что Лариса втайне думала, что женитьба остановит любвеобильность Боярского. И он перестанет ходить налево. Но она ошиблась. Как-то Михаил сказал, опять же, в одном из своих интервью, что никогда не отказывался от водки и секса. И во время с его бурной молодости были такие попойки, когда они с приятелями несколько раз за вечер менялись партнершами. Лариса этого либо не знала, либо так любила, что просто закрывала глаза. Но как бы то ни было, они старались изо всех сил сохранить семью оба. Она долго ждала, пока ее муж изменится, а сейчас говорит, что наконец-то дожила до хорошего Миши. Правда, был период, когда терпение у Ларисы закончилось, и она подала на развод. И в день, когда их должны были развести, Миша попал на скорой в больницу. Ему поставили диагноз панкреатит. Позже здоровье еще не раз подведет главного мушкетера, который провел довольно бурную молодость. Развод не состоялся. Миша уговорил жену, попросил прощения, а та простила. Простила, потому что любила. К тому же Михаил всегда хорошо относился к детям и души в них не чаял. Первенец в чете Боярских появился на свет в 1980 году. Сын Сергей. Он в детстве пару раз снялся в фильмах, и родители даже думали, что тот выберет актерский путь. Но сын Боярских выбрал общественно-политическую деятельность и стал депутатом Госдумы России. Сергей подарил отцу двух внучек. Одна выбрала актерский путь, а вторая – путь певицы. Через 5 лет в семье Боярских снова пополнение. В 1985 году родилась дочь Елизавета. И как раз она продолжила актерскую династию. Хотя изначально вроде бы и не собиралась, но именно в ней пробудился потомственный талант лицедейства. И несмотря на все жизненные сложности, измены, скандалы и сплетни, чета Боярских продолжает существовать.
существовать. И главной хранительницей семейного счастья является, конечно же, Лариса. Кстати, фамилия Лупиан в переводе с латыни означает «тихий волк», что в некоторой степени очень подходит ее характеру.